Подвергшийся нападению в Турции белорусский дипломат идет на поправку. Об этом рассказал чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Турции Андрей Савиных. Последние новости о состоянии сотрудника посольства мы узнали по телефону. Ситуация обнадеживающая. Вчера наш сотрудник уже ел самостоятельно. В принципе, делал несколько шагов по палате. Вне всякого сомнения, начинается процесс выздоровления. Конечно, его физическое состояние еще тяжелое, и он по-прежнему находится еще в палате реанимации, но мы надеемся, что на следующей неделе его переведут в обычную палату и начнется уже процесс реабилитации. Напомню, на советника посольства Беларуси в Анкаре напал мужчина с огнестрельным оружием. Это был военный в отставке, который жил по соседству с дипломатом. Причиной случившегося могла стать ссора. Сразу после нападения нападавший покончил с собой. По имеющимся данным, он страдал психическим расстройством.